все мое почтение. Жемчужников Алексей Михайлович. Я не один. Всегда нас двое. Друг друга ненавидим мы. Ему противно все живое. Он дух безмолвия и тьмы. Он шепчет страшные угрозы, но видит все. Ни мысль, ни вздох, ни втайне льющиеся слезы я от него сокрыть не мог. Не смея сесть со мною рядом и повести открыто речь, он любит вскользь лукавым взглядом движение сердца подстеречь. Не раз терял я бодрость духа, пугали мысль мою не раз. Его внимающее ухо, всегда за мной следящий глаз. Быть может, он меня погубит, борьба моя с ним нелегка. Что будет, будет, но пока все мыслит ум, все сердце любит. Всем спасибо.